Музей народного творчества, филиал Центра народной культуры Ульяновской области, недавно отметил юбилей. Он появился ровно 25 лет назад, когда было очень активным любительское движение самодеятельных, непрофессиональных художников и мастеров. Этим местом стал Музей народного творчества. Музей расположился в уютном доме под сводами Ленинского мемориала, бывшем старинном особняке купчихи Прибыловской, который в свое время снимала семья Ульяновых. Гордость музея составляет коллекция произведений, написанных художниками наивного направления. Стену музея на втором этаже украшают произведения живописца-самоучки из Димитровграда Николая Ивановича Козырина. Он стал писать картины с 80 лет, за 7 лет до смерти. Директор музея Маргарита Константиновна Смирнова обратила наше внимание на коллекцию гончарного промысла из села Сухой Корсун Ульяновской области. На сегодняшний день эта коллекция наиболее полно представлена именно в Музее народного творчества. Ярким экспонатом является настоящий ткацкий станок. Его по старинным образцам смастерил ульяновский художник Евгений Петрович Сотников. Рядом стоит старинная прялка, привезенная сотрудниками музея из села Абрамовка Терентьевского района. В экспозиции музея есть большая коллекция корсунского ткачества, особенно покрывал. Они пополнили фонды в 90-е годы, когда закрылась Языковская фабрика. Всего фонды музея сегодня насчитывают более 1000 единиц хранения. Большую часть коллекции составляют экспонаты, созданные ульяновскими мастерами-художниками. Но она пополняется и работами мастеров из других регионов. Например, коллекции работ дивеевской игрушки, токарных игрушек бабинского игрушечного промысла. Музей всегда был и остается местом притяжения для тех, кто хочет научиться тому или иному мастерству. Здесь постоянно проходят какие-либо встречи и мастер-классы. Мы попали на мастер-класс по лоскутному творчеству Надежды Петровны Козиной, которая показала, как из кусочков ткани изготовить новогодние сувениры. Также здесь проводятся курсы для тех, кто хочет научиться ткать гобелены и пользоваться ткацким станком. Таким образом, сотрудники музея пытаются сохранить эти виды народного творчества. А 5 января в музее состоится встреча под названием «Готовимся к Рождеству», во время которой сотрудники музея расскажут о традициях подготовки к празднику. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.